Студентки Чебоксарского художественного училища получили гран-при всероссийского конкурса «Волжская палитра». Верхняя одежда – плод творчества молодых дизайнеров. Студентки каждый год участвуют во всероссийских конкурсах, предлагая интересные творческие проекты. Работали по такому принципу. Опираясь на фольклорные мотивы, старались создать современные модели. Они, изучая особенности костюма, делают свои исследовательские работы, а на основе исследований создают уже своими руками какой-либо образец народного творчества в виде костюма. Первые сомнения в удаче, получится, не получится, они всегда есть. Любой художник начинает с сомнений. Сомневающийся художник – это настоящий творец. Ну а в течение работы, в течение исследования, в течение пошива сам процесс начинает захватывать. И по мере увлеченности результатом и получается сам результат. Любой костюм, будь то русский, будь то чувашский или другого народа, это прежде всего ансамбль. Ансамбль, который включает в себя не только предметы одежды, рубаха, платье, сарафан, фартук, но еще огромный комплекс мелких дополнений, которые завершают образ. Победители всероссийского конкурса – студентки 4-го курса. Их 13 человек. С коллекцией «Этно» в течение этого года они успели поучаствовать сразу в 3 конкурсах и заняли призовые места. Чувашские костюмы легко отличить от других. Основные цвета – красный и белый. Обилие стилизованной вышивки – украшения. Как творческие личности девушки пробуют себя в разных стилях. Например, коллекция «История черного костюма» тоже нашла своего зрителя. Она участвовала во внеконкурсном показе. Победы в конкурсах окрыляют. Команда художественного училища уже строит планы на будущее и готовит эскизы новых коллекций.